Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня снимаю видео о своих пустышках, пустые баночки, коробочки и так далее. Не дотянула я уже до конца месяца, набралось не так уж много, но мне хочется уже от них избавиться, и я больше чем уверена, что к концу месяца будут еще пустые баночки у меня насобираются, так сказать. Да, давайте начнем. Что у меня закончилось? Первое, что закончилось, это вот такие таблетки. Удаляют загрязнения. Простые в применении. Дезинфицируют поверхность. 20 таблеток. Это у нас Тайфун. Это такой аналог корейским и японским таблеточкам. Стоят, конечно, они очень даже не бюджетно, я бы сказала. Если учитывать, что здесь всего лишь 20 таблеток с ароматом лимона заявлено, ну... На самом деле особо никакого аромата я и не слышала. Но сами таблетки очищают прекрасно. Здесь каждая таблетка была в индивидуальной упаковке. Вот такой вот. Вы открываете, бросаете непосредственно в туалет. Оставляете. Получается сначала такая она, знаете, как бомбочки для ванны. И вот так же шипит вся, растворяется. Водичка становится такой синенькой и очищает неплохо туалет. Неплохой. Средство не бюджетное, но и неплохое. Нельзя сказать, что не буду брать, потому что дорого и зря. Не знаю, посмотрим. Может быть, даже повторю. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой лоск ароматерапия. Здесь у меня балийский лотос и белая лилия. Длительная свежесть. Девочки, мне он очень понравился. Ну, такого красивого синенького цвета. Взяла что-то там по акции, не совсем дорого. Очень мне понравился этот лоск. Практически еле-еле уловимый аромат на белье, что мне тоже в последнее время нравится. Я не знаю, что произошло, но сначала муж возмущался, когда был сильный запах от белья после гелей, порошков, кондиционеров. Я, видите, практически отказалась от кондиционеров и так далее, ополаскивателей. Ну и потом и мне как-то стало не очень комфортно, когда слишком сильно пахнет белье после стирки. В общем, у этого геля не было такого сильно выраженного аромата. Мне очень оно понравилось. Еще есть в розовый такой же, по-моему, лоск. Очень понравился. Обязательно повторю с удовольствием. Сейчас вот использую ласку. Раньше она мне тоже нравилась, аромат нравился. Но вот сейчас прям, знаете, немного даже, я бы сказала, раздражает. Слишком яркий аромат. Стирает неплохо. У нас мы с мужем вдвоем, детей, скажем так, нет, поэтому мы так не пачкаемся. Поэтому вполне достойное средство. Могу советовать. Я знаю, что бывают в фикс-прайсе они. И поэтому рекомендую. Дальше. Следующий гель для стирки, который у меня закончился. Это вот такой вот Дом Фаберлик. Жидкий концентрированный стиральный порошок для цветных тканей. На 20 стирок. Превосходно удаляет загрязнения, легко растворяется, не составляет разводов, ну, в общем, и так далее. Что хочу сказать. Я знаю, что очень многие любят эти гели, и я сама одно время прям от них балдела. Но в последнее время тоже здесь был прям очень такой, я бы сказала, хороший запах. Насыщенный, что тоже раздражало. Ну и плюс как-то вот он тоже, я не успел, наверное, он у меня еще совсем загустеть, но вот если присмотреться, да что ж такое, все сыпется. Если присмотреться, вот оно тут все засохло, и в общем не хочу, не советую. Я не буду больше покупать, тем более, что можно взять вот, допустим, и лоск, и пемос, в общем, все что угодно, гораздо по более бюджетной цене. По... Качество стирки, мне кажется, одинаково. Что этот, что тот, поэтому не вижу смысла переплачивать. И, ну, я говорю о себе. Девочкам нравится, девочки берут, я знаю, мальчики, поэтому за других говорить не буду. Дальше. Следующее, что у меня закончилось, наконец-то закончилось, это вот такая соль для ванны. 100% натуральная сакская соль из Крыма для красоты и молодости кожи. У меня как-то уже очень давно был заказ, я делала заказ, покупала эту соль. У меня были две банки.
Классная соль, она очень крупная, немного долго она растворялась, но мне нравилось. Что хочу сказать? Соль понравилась, ну соль как соль для ванной, она никакого запаха, никакого красителя в ней не было, она была вот натуральная, просто соль. Потом я использовала эту баночку, пересыпала сюда соль из пакетов, чтобы не рассыпалась. Мне вот удобнее было в такой банке держать соль. И, может быть, я даже оставлю эту банку. Причем банка очень красивая. Гляньте, уже не один год ванна стояла в использовании и не потеряла своей вот этой вот красоты. Поэтому, девочки, советую, если найдете секреты лучших здравниц СССР. Отличная соль. Стоит, кстати, недорого. Поэтому советую. Еще одно средство из Крыма. Это тоже моя теперь любовь навечно. Очень пожалела, как я уже говорила, что не взяла в запасы. Это вот такой вот соляной скраб для тела, питающий с экстрактом клубники. Девочки, с экстрактом клубники и с маслом, 100% масло оливы. Я пожалела, что я не взяла. Я говорила уже, что когда я увидела этот скраб, их было, по-моему, всего лишь 2 или 3 в наличии. И больше ничего, вот именно из косметических таких вот продуктов. Там мужчинка стоял, продавал всякие магнитики, безделушки. И вот стояло мыло и кусочки, и несколько скрабов. Я пожалела, что я его не взяла. Это просто бомба, а не скраб. Так что, девочки, если увидите, берите. Называет так, Крымская линия. Он не сильно крупные скрабинки здесь, но он отлично скрабировал. Видите, он жирный, прям действительно здесь масло. После него нужно использовать скраб, а потом только гель для душа, потому что тело действительно прям такое жирненькое, очень хорошо жирно. Я его в ускоренном темпе использовала, потому что я совсем забыла, что он натуральный полностью, и он начинал у меня как бы, ну нельзя сказать, что прям портится, но нужно было его срочно использовать. Обалденный аромат был клубники. Обалденно скрабировал. Кожа после него была такая, знаете, напитанная, мягкая. Ну, здесь масло, как мы уже поняли. Действительно, не нужен был никакой крем, ничего. После него я, если вот встречу, я прям наберу этих скрабов. Это действительно супер. И я вот летом нет, не особо пошел, а вот сейчас в холодное время это просто. Девочки, присмотритесь. Так, покажу вам вот коробочку от него. Была вот такая вот коробочка. Видите, соляной скраб для тела, питающий на оливковом масле. Но аромат был клубники. Вообще интересно, конечно. Такая вот шикарная была у него коробочка. Такие вот с любовью из Крыма, морская соль. Очень классный скраб. Давайте покажу. Ага, здесь даже кокосовое масло питает и увлажняет. Я, ну, уже давно взяла. Даже не читала, кстати, особо коробку. Очень классный. Девочки, рекомендую. Обязательно присмотритесь, обязательно купите, потому что, ну, это самые классные скрабы, которые у меня были вообще. Дальше. Наконец-то закончились у меня вот эти патчи от Ламиса. Черные патчи гелевые. Увидела у девочки в ролике. У нее был мешочек под глазом, она начала пользоваться этими патчами, и мешок ушел. Но у меня, видимо, это наследственное и так далее, и не особо-то они ушли. Ну и, честно говоря, не буду сильно уж вот это врать. Бывало так, что мне было, ну, просто лень их использовать, не хотелось пользоваться. У меня тут вот осталось два, я даже не знаю, может быть, сейчас доиспользую их, а может и не буду. В общем, они мне уже надоели. Именно эти патчи, тем более толку не видела. Нет, сначала я, конечно же, изо дня в день. Здесь была лопатка, заглушка. Все как положено. Хорошие патчи, многие девочки их хвалят. И я, как положено, изо дня в день ими пользовалась. Порой даже по несколько раз в день. Но как-то особо результата не было заметно. И я к ним остыла. Они у меня долго в холодильнике стояли. И вот решила добить. Поэтому, не знаю, стоят не бюджетно. Не знаю, рекомендовать не буду, как бы решать каждому самому, надо ему, не надо это средство. Дальше, следующее, что закончилось, и очень-очень я прям расстроилась, это вот такой шампунь от Dove. У меня был шампунь и бальзам. Это была новинка восстановления с куркумой и кокосовым маслом для укрепления волос и защиты от повреждений.
отдавала мне его Люда. Люд, спасибо тебе огромное. Шампунь уже использовала, кондиционер, в общем-то, к нему и не нужен ополаскиватель. Да что сегодня? Он и без него прекрасно смягчал волосы, не создавал вот этого эффекта гнезда на голове. Шикарный, просто шикарный аромат кокоса. Девочки, кто любит кокос, присмотритесь. Ну, здесь такой сладкий, не натуральный, наверное, все-таки кокосовый. Но я прям балдела от него. Я с огромным удовольствием пользовалась этим шампунем. Волосы были мягкие, послушные, пушистые. Ну, в общем, супер, а не шампунь. Я не знаю. Я обязательно повторю. У меня сейчас очень много запасов. Но, наверное, скорее всего, я его куплю. Бальзам у меня еще ополаскиватель остался. Я использую с другими шампунями, которым потребуется бальзамчик, ополаскиватель. А шампунь куплю в запасы. Вот два шампуня от Garnier с кокосом. И вот этот, это теперь прям моя любовь, наверное, навсегда. Ну, не знаю насчет навсегда, но надолго это точно. Девочки, присмотритесь. И, в общем-то, стоит не так он уж и дорого. Кстати, ну, отдав, я думаю, все знают. И гели для душа, и мыла. Очень все хорошее, поэтому рекомендую. Дальше. Закончилось у меня мыло жидкое от Senses. Это Avon Senses. 2 в 1 очищение свежесть, цитрусовый заряд. Спасибо огромное. Мне приходило в посылочке. Викуль, привет тебе. Очень понравилось. Действительно такое цитрусовое. Здесь вот оно пока стояло, сбежало. Но оно, не знаю, сомневаюсь, что так вроде смотришь, его здесь достаточно. А помпа не дает, не выдает. Может, переверну, просто вот еще раз можно будет руки помыть. Классные мыла, очень они мне нравятся, с удовольствием использую. Но сейчас с Avon не дружу, поэтому закончилось. И одного сейчас в запасиках больше нету. Рекомендую. Дальше. Закончилась у меня вот такая мицеллярка. Это мицеллярная вода, моя роза. 3 в 1. Здесь было 220 миллилитров. Это, по-моему, если не ошибаюсь, да, это Беларусь. Белорусское производство. Так, что оно у нас тут? Мицеллярная розовая вода. Нежная мицеллярка. Объединяет в себе 3 действия в одном продукте. Очищает, успокаивает и освежает. Удаляет загрязнения, остатки макияжа с лица, глаз и губ. Очищает кожу мгновенно, без усилий. Сохраняет физиологический уровень pH кожи. Ну, что хочу сказать? Да что я хочу сказать? В общем-то, девчонки, ничего не хочу сказать. Я не знаю. Ну, обычно мицеллярка. Запаха розы, как такого аромата, запаха, прошу прощения, кому как. В общем, я не чувствовала. Обычно мицеллярка, я даже особо бы ее мицелляркой не назвала. Очищала, но не очень-то уж и хорошо кожу, особенно макияж. Я ее больше, как знаете, между тоником и мицелляркой вот что-то в этом роде использовала, с горем пополам добила. И, в общем, повторять не буду, не знаю. Может, кому-то нравится. Но вот мне, вот видите, ну, вообще не... Я не знаю, да, что про нее говорить. Вода. Все. Не рекомендую, поэтому полная ерунда. Дальше. Следующее средство, которое у меня закончилось. Тут, может быть, на раз еще выдавится, но уже не буду мучить ее. Это чистая линия, фитотерапия, ночной питательный крем для жирной кожи. Я говорила, у меня очень жирная кожа. Это витаминное масло облепихи и экстракт плодов шиповника. Неплохой бюджетный крем, девчонки, я была приятно удивлена, приятный аромат, хорошая текстура, так быстро впитывался, слегка легкую матовость придавал моей коже. Как я уже сказала, у меня очень жирная кожа и нет, тут уже ничего не выдавишь, в общем-то. Хотела вам показать. Не жирнил мою кожу, не закупоривал поры, поэтому как бы проблем у меня с ним не было. Так, ну вот, намучила с горем пополам. Что-то тут намучила. Прекрасный крем. Отлично впитывался. Вот. Давайте покажу. Кожа не жирная, не блестит, как блинчик.
что для меня тоже очень важно, по крайней мере, для моей кожи. Ну, вот он хорошо ложился. Кожа всю ночь прекрасно себя чувствовала. Ну и приятный такой аромат травки. Я уже говорила, я люблю такие ароматы, особенно весна, лето, это мое. Так что рекомендую за вполне маленькие деньги. Очень даже неплохой кремик для лица. Дальше, следующий крем для лица. Даже не крем. Эмульсия, я бы сказала. В общем, вот такой от черного жемчуга Dream Cream. Стоил он не бюджет, на 5 в одном. Одно время прям весь Инстаграм, весь, по-моему, даже Ютуб пестрил этим. Это эмульсия, опять хотела сказать крем. Так, что у нас здесь? Сверхлегкая тающая эмульсия, дневной уход для лица. Во-первых, он у меня уже просрочился, но просрочился потому, что я им не пользовалась практически. Он стоил, как я уже сказала, не бюджетно. Он мне не подошел, девочки. Я не знаю, что, почему его так все прям сильно любили. Вот такой вот. Ну, это эмульсия не назовешь, это все-таки крем. Вот видите. Но он у меня уже старенький. Ну и плюс крем на крем. Сейчас, конечно, ничего хорошего не будет. В общем, вот такая вот бяка. Видите? Он не испортился, несмотря на то, что вроде как срок уже у него прошел. Пару недель как просроченный. А то и не только недель. В общем, что хочу сказать, девочки. Он приятный аромат. Не изменился даже аромат. Тут не пару недель, прошу прощения, но даже несколько месяцев просрочен. Но... Во-первых, на упаковках нам рекомендуют использовать. Они говорят, что все срочно выбрасывайте. Рекомендуют. Во-вторых, что он нам обещает? Отдых, 8 часов сна, безупречный тон, насыщенное увлажнение, комфорт кожи нон-стоп и осветление веснушек. В общем, ничего он не сделал. Он ужасно закупоривал мне поры. У меня начали появляться такие, знаете, комедонты... подкожные эти жировички. В общем, с лицом какая-то беда начинала происходить. И я перестала им пользоваться. Так вроде бы смотришь, и ничего плохого. Но вот он мне не подошел. Я знаю, многие девочки тоже ругались. Он совершенно... В общем, я не рекомендую. Решать, конечно, вам, но... Я с черным жемчугом завязала. В плане этого крема. Дальше. Следующий крем тоже выбрасываю, девчонки. Это у нас крем был от Avon, Anew Clinical. Вот такой лифтинг укрепления, подтягивающий крем для всех... Ой, господи, прошу прощения, для лица. Полипептид X. Неплохой крем. Ничего плохого сказать не могу, просто я им не пользуюсь. Вот такой вот кремик. Я уже вся в кремах. Видите, он такой достаточно, если так... Смотреть достаточно легкий, хорошо наносится, приятный. Не знаю, может быть, я где-то как-то его еще использую, но вот не знаю. Наверное, все приятный аромат. Мне нравятся эйвоновские крема. Конкретно с этим кремом не получилось подружиться. Но вот сейчас смотрите на руку, вот уже, наверное, третий, какой по счету крем. Он лег, вроде бы даже сильно не отсвечивает. Но почему-то на моем лице он как ложится на мое лицо, знаете. В общем, все, вся кожа на лице блестит, как блинчик такой жирный. Вся жирная. Если я 2-3 дня подряд им начинаю пользоваться, то у меня, значит, появляются на лице куча воспалений, каких-то прыщечков. В общем, что-то непонятное с лицом. Видимо, он мне просто не подходит. Ругать я его не могу, потому что, как я уже сказала, видимо, просто это не мое. Не знаю, может быть, на шее, там, на декольте зону использую или еще что-то. Ну, в общем, не буду использовать, так что у меня весь какой-то грязненький. Прошу прощения. Дальше закончилась у меня еще одна сыворотка от доктора Пьер Рико, по-моему, клеточная молодость или что-то. Да, клеточная молодость. Отличная сыворотка. Вот эта сыворотка мне ничего не закупоривала, не блестела на лице, хорошо так увлажняла личико. Ну, я ее использовала, если я весь день дома.
находилась, никуда не шла, и я вот как легкой такую сыворотку наличка наносила на ночь, бывало, после душа. Мне понравилось. Она мне приходила в подарок. Так, конечно, я ее не куплю, не бюджетная. Сказать, что прям вау-эффект был, не могу, но имеет место быть. Здесь вот флакон, это стекло, очень классно. Неплохой дозатор, причем даже, видите, с такой вот крышечкой на помпе. Попробуйте, кому интересно, в принципе, неплохо, но он, конечно, очень, я считаю, для такого средства не особо-то и суперского, очень дорогой. Дальше, что-то разговорилось. Закончилась у меня тушь, как выяснилось. Это у нас Рилуи, по-моему, тоже Беларусь. Я показывала его в косметичке, и как в процессе я начала понимать, что поняла, поднимать. Она высохла, девчонки. Вообще очень печалька, конечно. Она высохла. Абсолютно, вот видите. Я сразу-то в ролике сначала так это не обратила внимания. Почему-то решила, что, наверное, думаю, плохо ее туда это. В общем, она высохла. Такая вот печалька. Ну там ее было и немного. Я ей активно пользовалась периодически. Ну, она высохла. Да, она полностью высохла, поэтому пришлось в косметичку добавить другую тушь, а эту, ну, выбрасываем. Видите, она полностью сухая. Высохла, к сожалению. Тушь неплохая, хорошо прокрашивала реснички, неплохой такой объем, длину давала, мне понравилось. Стоит, кстати, бюджетно. У меня тут 3XL, так что советую. Покупала летом, весной прошлой в Краснодаре. Так, ну и быстренько остались тут еще пакетики. Быстро вам покажу, ничего, в общем-то, нового. Но уже раз притащила их сюда, то покажу. Не закончились, просто выбрасываю упаковку, лежат отдельно вот такие трусики ритиные. Libera Up & Go шестерочка. Я говорила, что я уже взяла шестерку. Ну, в общем, надо отнести детям. Выбрасываю упаковку от них. Я всегда их доставала, складываю на полочки, чтобы было удобно брать. То есть, ну, не лежат они у меня в пакетах. Хорошие трусики по акции в Магните, очень даже выгодно брать. Так что, девчонки, кому надо, присмотритесь. Закончились вот такие Хелен Харпер. Вот такие пеленки одноразовые. Это здесь 5 штук, 60 на 90. Они очень с красивым таким принтом, достаточно плотные, толстые. Девочки, использую их вообще везде. Я, конечно, не буду сейчас все способы описывать, для чего я их использую. Но у меня мелкие собаки. Бывает, нужны, использую, для Рити подкладывала. Бывало, нужны были такие пеленочки. В общем, для каких-то женских моментов. В общем, нужная вещь. Беру, нравится. Присмотритесь. Хороший размер. Плотные, толстые такие. Классные. И тоже можно по акции недорого их брать. Присылала мне в посылочке Ира вот такие вот одноразовые тоже пеленочки, линейки каждый день детские. Здесь 40 на 60 сантиметров. 5 штучек было. Хорошие пеленочки. Ничего плохого не могу про них сказать. Ну вот единственное, немножко маловатый размер, я бы сказала. Я беру огромные обычно. А так, очень достойные пеленочки. Я так подозреваю, что бюджетные. Поэтому, девчонки, у кого есть Ашан, присмотритесь. Классно. Ну и последнее, что у меня закончилось. Это вот такие вот салфетки от Johnson's, детские, влажные салфеточки. Их было здесь 64 штучки, такие мягкие, классные салфетки. Брала для Риты, потом в процессе уже, когда, ну, Риты пока нету, использовала, добивала уже, знаете, когда мне нужно было что-то протереть, вот рядом с клеткой, где стоят клетка птички. Протирала, видите, тут пару зернышек прилипло. Во всех отношениях хорошие салфетки, приятный нежный аромат, хорошо пропитаны, неплохо справлялись со своей задачей, как влажные салфетки, даже в бытовых каких-то целях. Ну, вот добила уже пока, чтобы не высохли зря. Очень понравились, советую. Тоже можно взять в Магните, Магнит косметика, в Магните бывает акция, поэтому советую.
Все, девчонки, вот такие у меня были пустышки. Спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел меня. Надеюсь, кому-то была полезной. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Может, чем-то вы пользовались и что-то можете посоветовать. Всегда рада пообщаться. И всем, всем пока. Увидимся в новых видео. До новых встреч!